на банкноту $100 и 9 банкнот 2000 тенге. Ну, получается, справа 3 банкноты 2000 тенге, слева 3 банкноты 2000 тенге и под $100 купюра еще 3 банкноты 2000 тенге. Общее количество их получается 9 банкнот по 2000 тенге, если считать $100, то 10 банкнот. Все они лежат с серийным номером на байковой поверхности 31 января. Снимается специально широкоформатно для плейлиста «Это денежный поток».